В Анапском районе на сегодняшний день 24 казачьих класса. И здесь учатся более 500 школьников. Зал переполнен слушателями. Поэт, музыкант, творческий человек, активный участник Русской православной церкви Владимир Никитин открыл концерт специально написанным для города Анапским вальсом. Казачьих классов этот концерт как продолжение главной идеи их обучения – глубже узнать традиции своего народа. Образование – это неразрывно связано с воспитанием. У древних римлян, да, вот слово «образование» произошло от древнеримского слова, ну, созвучное со словом «образование», нынешним словом. Оно связано, это было воспитание. Поэтому мы стараемся воспитывать патриотов. Знание традиций, культуры и истории своей малой родины – это и есть любовь к ней.